Где я? Кто я? Когда я? Где я? Повторяю, что Ванюша, где я? Здесь я. В телевизоре, что ли? В холодильнике. В сказке ты, Ваня. В гостях у сказки. А где это, как ее, тетя Валя? На пенсии. Ну, бестолковый, ё-моё. Я сегодня за неё. Ну, а ты что за фигура? Что за старая корга? Не признала меня, Ванюша. Я ведь бабушка-яга. Это я наколдовала, привела тебя сюда. И не поняла, не шиша ты, простецкая душа. Это я тебе звала. Виртуально создала светлый образ тетя Вали. Что, идейка хороша? Для чего тебе я нужен? Я одно понять хочу. Сослужи-ка, Ваня, службу. Я тебе озолочу. То ли службу не исполнишь, не повозишь ни хрена, будет сказочному царству крах и полная хала. Ты, бабуля, не гони. По порядку объясни. Слушай, жили и не тужили, да случилась беда. Вдруг однажды из-за моря подоехали сюда орки, тролли, гномы, джинны и иные господа. В наших сказках поселились, все подгадить норовят. Нашу нечисть притесняют, беззаконие творят. И не дает Кощей предатель эту нежить извести. И царя им помогает вокруг пальца обвести. Помоги нам, сам ты видишь, что к чему и что почем. Понимаешь? Понимаю. Ну а я-то здесь при чем? Мы, Ванюша, а все, что знали, челобитной обсказали. Отправляйся, говорю, с челобитною к царю. А футбол? Какой футбол? Ноги в руки и пошел. Отнесли бумажку сами? Да мы бы рады их таскать. Только видишь ли, в столицу нас не вели запускать. Это выдумал Кощей, чтобы он объелся щей! Мне чё-то неохота. Пусть побегает другой. Это все проблемы ваши. Отправляй меня домой. У меня там много дел. Я футбол не доглядел. А ну поехал. Ну попёр. Затевать ненужный спор. Я тебе белок зажарю, съем и кончен разговор. У меня согласия нет на такой эксперимент. Я тебя предупреждаю. Я костлявый. Я студент. Если я сдобрить мухобором и добавить врагу, то под соусом и с водкой ты загонишься для рагу. Я ж пока сготовлю соус. Может, музыку включать? Не намерена я слушать, как ты будешь голосить. Во, попал. Вот это фишка. Ведь забудь здоров сожрет. Лоханулся, как мальчишка, как последний идиот. Вот послушал бы крутого, телек не включал чужой. Не случилось бы такого, не нажил бы геморрой. Ну-ка, че это я стихами-то? Ну, пинцет. Вот елся гад. Кто же его так откормил-то? И не дотянуться до него никак. Пульт не... Ща мы в эту мельницу батарейки впихнем и поглядим,
еще будет. Ах, это... А здесь у нас... А это что? Зелененькое что-то. Здесь, похоже, дихлофос. Что это? Тухлая. Нак-нак. Кто в теремочке живет? О, мышка-нарушка. А котяра нарушкой заинтересовался. Неспроста. Фиалка. Ой. Знакомый запашок. Тонкий аромат перегара. Животных я вообще-то люблю. Не дадут нормально соус приготовить. Что там опять случилось? Ой, фу, фу, русским духом запахло. Откуда он здесь взялся? Откуда, откуда? Ты ж меня в баньке не помыла? Вот я и протух. А носки надо стирать периодически, остолоп. Такое блюдо испортил. Весь аппетит пропал. Ну, извините. Нужны мне твои извинения. А выметайся отсюда, чтобы в духу твоего не было. Ну, совсем другое дело. Так бы и сразу. А... Тише ты, быстрый. Размечтался. Слушай, бабка, может, хватит? Мне... И дурак же ты, Ванюша! Ничего не понял ты! Ну, и что мне... Надо службу сослужить! А чё мне за это... А щедро Ваня одарю! Ладно, бабка, уболтала. Доставай свой документ. Но смотри, обманешь, если я тебя... Да что ты! Нет! Я, конечно, с прибабах... Ну давай, забирай челобитную и иди скорее, не мучай старую. Ну куда ж я пойду без бумажки? Ну? Ой, ебал, и даже... А кто у вас здесь? Ну... Это пока... Красная площадь. Ладно. Старич. Это как? Одна это... Понял. Леший. Нет. Руся. Что на вид? Да по заборам валяется. Много еще этих? Да немного. Как? А такой? Сам ты горы. Действительно, как это я сразу не до... Все. Делов-то. Я думал, тут перепись населения надо провести. Так, ага. А, вот, мирно жили, не тужили, и друг с дружкой мы дружили. До тех пор, пока сдалека не... Вс
все обвешались оружием и клыками обросли. А с каких концов земли покемон этот молнии швыряет, тот щетинится, как еж. Но они лишь строят козни, сеют между невозможного. Не просим, умоляем лишь о том, чтобы жить. Серьезный документ. Не пойму только,